Фонд «Детский медицинский уход» был основан в 1981 году с целью улучшения ухода и лечения детей и считает своей миссией создание международных медицинских мостов между странами для открытого обмена знаниями. Более 10 лет фонд работает с детскими медицинскими учреждениями Восточной Европы. В среду представители фонда посетили Черноморск и встретились с руководством Ильичевской бассейновой больницы, детскими врачами и депутатами. Директор фонда Бьорн Мартинов рассказал об обучающих программах для врачей и предложил медикам Черноморска присоединиться к международному сотрудничеству. Бьорн Мартинов ответил на вопрос о принципе отбора украинских докторов для участия в программах фонда. And the key to this program is to find the right candidates, the right doctors. And that is going to be up to the hospital director or department chief to make a team to find the right specialist who want to be part of the program. Власне, ключовим питанням є це правильний вибір людини або команди людей, це залежить від клініки, для того, щоб стати учасником цієї програми, для того, щоб взятися у користь. The key to the selection program is that you need to look at what is going to be the potential of this individual 5-10 years down the line. Ви повинні побачити в цій людині перспективу 50 років, щоб якщо вона бере щось, то вона мусить віддавати. Уже более 10 лет фонд сотрудничает со Львовской городской детской клинической больницей. Народный депутат Украины Олег Березюк подчеркнул, что эта совместная работа с фондом может повысить уровень знаний украинских докторов в области педиатрии и качество обслуживания отечественных больниц. Деякі лікарі 10 років використовують фонд для поїздки на міжнародні конгреси, навчання, привозять лікарів, разом з ними працюють. І фонд підтримується, бо фонд уважно спостерігає за своїми учасниками програми. І тому для того, щоб розпочати, до речі, можна просто взяти неонатологів, педіатрів, анестезіологів і переїхатися на 3 дні до Львова, подумати, поговорити, посидіти, спланувати спільну діяльність. І, можливо, колись з львів'янами, ми вчора були в Миколаєві, прекрасна неонатологічна служба, до речі, з миколаївчанами, з харків'янами поїхати на світовий конгрес наступного року з якоюсь спільною метою, наприклад, спільною метою. Створення неонатологічної потужної служби в, наприклад, Чорноморську, для всього регіону. Главный врач Ильичевской бассейновой больницы Елена Кузарь отметила, что обучающие программы фонда – хорошая возможность для медицинских работников получить дополнительные знания и опыт. Сегодня мы знакомимся с этим фондом. Мы понимать должны, как он работает, какие организационные моменты будут у нас для того, чтобы сделать что? Для того, чтобы улучшить качественное обслуживание детей на нашей территории. Мы знаем неоднократные случаи обращения, что у нас нет детского окулиста, детского там, неонатолога, детского хирурга и так далее. Поэтому на данный момент администрация, кроме того, что взяла на работу врачей-интернов, она имеет такую возможность, предоставленную фондом, сотрудничать и учиться опыту у других врачей из других стран. Главный врач считает важным одно из направлений программ фонда – повышение квалификации не только докторов, но и среднего медперсонала. Команда формируется не из одного доктора или не из двух докторов, а команда формируется из детских специалистов разных направлений, причем разных уровней – врачебных и сестринских. То есть если сегодня это будет команда, связка, медсестра и 2 врача, как минимум, например, детский хирург и педиатр или неонатолог, это улучшит совместную работу, это будет преемственность и это будет в кучу, скажем, в такую хорошую кучу специальностей, которые задействованы в детских болезнях. Администрация больницы рассмотрит предложение фонда и, возможно, уже в ближайшее время детские врачи Черноморска смогут присоединиться к международным инициативам организации.